11 лет назад, когда 14-летняя Таня Шабанова пришла в школу Олимпийского резерва и подумать не могла, что спустя время станет мастером спорта. Серебряным призером чемпионата Европы по легкой атлетике среди юниоров. Чемпионкой Беларуси в беге на 3000 метров с препятствиями. Когда Татьяна начала заниматься спортом, сразу было видно, что она... талантливая девочка, трудолюбивая, поэтому она добилась таких успехов в спорте. Это мое, мне это нравится. И когда уже появились даже также международные соревнования, ну это уже другой уровень все же. И как-то очень здорово это. Эмоции другие, ты опять же доказываешь сам себе, что ты можешь. Еще одна награда. Копилка достижений бобруйчанки пополняется золотой медалью с минского полумарафона. Девушка первой пробегает 10,5 километров за 36 минут 16 секунд. Почти так же, как год назад. О, ты выиграл, классно, ты переборол себя где-то, потому что, ну, допустим, 10 километров – это достаточно тяжелая дистанция. В здоровом теле здоровый дух – истина, которой придерживается Татьяна Шабанова. Любовь к активному образу жизни она ежедневно развивает не только в себе, но и в окружающих. Спортсменка мечтает о тренерской деятельности. У нее горят очень сильно глаза, она... всегда замотивирована, всегда поддерживает. Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта в Беларуси. Интерес к бегу подтверждает и количество участников на минском полумарафоне. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.